Сегодня ребята подготовили целый концерт. Пели, танцевали и играли. Многие пригласили своих родителей. У кого-то, увы, нет такой возможности. Ведь здесь живут дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мамочка, ты лучшая на свете. Несмотря на то, что многие из ребят узнали о существовании Дня семьи, любви и верности только накануне праздника, его важность и смысл они поняли и оценили сразу. Нравится тебе этот праздник? Да, полюбишь? Нравится. Хороший и такой радостный. И очень добрый. Когда он будет в следующий раз, маму и папу позову, скажу, что вот... Есть такой праздник на самом деле, День семьи и верности. И как раз таки можно с ними поехать в этот праздник. Но не все взрослые, к сожалению, придают этому празднику такое же значение. К сожалению, он уже не ценен, потому что многие забыли и больше отмечают в феврале. Да? Так это не наш праздник, День влюбленных. Вот. Поэтому, как бы, наверное, молодежь забыла об этом празднике, а старшее поколение не помнит. Наверное, нам надо возрождать вот эти старые традиции и отмечать вот этот праздник. Вместе с детьми, за столом, с семьей. И показывать младшему поколению детям о том, что насколько это ценно, уважать друг друга, любить. Такие праздники пробуждают в душе самые светлые и добрые чувства. Дети из социально-реабилитационного центра Глебово Избище чаще всего лишены таких простых радостей. Здесь проживают дети с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и другими заболеваниями. Денежных средств на их лечение и развитие всегда не хватает. Есть такие детки с диагнозом ДЦП, которые... В силу того, что родители ограничены в средствах, они нуждаются в дорогостоящих аппаратах. Если есть желающие помочь таким детям, мы можем дать информацию о них, если вы к нам обратитесь. Фрида Кочеткова, Максим Барышев, Истранет ТВ.